Я столько работ уже сменил. Лил бетон, был сантехником. А это вы двое? Я все делал. Кто-то всегда подгонял меня. Поторопитесь, мы выбиваемся из графика. Лучше я буду работать на себя, сам себе хозяин. Нам нужно обсудить кое-какие детали, прежде чем начать. Привет, Рози. Вставай. Отец будет в ярости, если ты опять прогуляешь школу. Если вы не уедете, я выпишу вам штраф. Рози. А вам, значит, смешно. Ты работаешь не на нас, а с нами. Никакой почасовой оплаты. Получаю деньги только за визиты. Сканируй. Готово. Да. Они отслеживают каждую посылку. Даже если ты положишь ее в садовый сарай, они ее отследят. Там собака с огромными зубами. Она мне ползадницы оттяпала. Именно это решает, кто живет, а кто умирает. Можете передать посылку мистеру Кэмпбеллу? Не, вряд ли. Я не получу денег, пока посылка не доставлена. Шатались по путям и крышам. Иначе ты закончишь, как... Как ты? Я никогда не думал, что будет так сложно. Тебе штраф 100 фунтов и предупреждение. У меня семейный вечер, так что нет, я не смогу. Говорю же, никто не помешает мне быть семьей. Спасибо за чудесный день. Хозяин своей судьбы, Рики. Уверен? Да. Извините, мы вас не застали. Виндал, тут нужен крепкий желудок, чтобы его съесть. Это точно. Ах, черт побери. В кино с 31 октября.